Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды и забираем свои ежедневные награды. Так, Лига Сёгунов, одна звезда. Забираем, и здесь тоже забираем. Так, 500 долларов я не накопил, жаль, но в следующей серии, я думаю, уже накопим и купим с вами 10 телепортов. Точнее, не 10, а 100. Так, ну что же, давайте, наверное, приступим сразу же с турнира, потому что, ёлки-палки, опять сбросили, а? Причем ранг 81. Нужно, ребята, постараться, чтобы обратно забраться на наш прежний рейтинг. У нас был, по-моему, Лига Сёгунов 2 звезды, если я не ошибаюсь. И приступим, пожалуй, мы, наверное, с Андрея, да? 43-45 уровень противника. Поэтому, ребята, так, подожди, нет. Возьмем Леонардо и будем играть через него. Так, 43-й, значит, да, и 45-й. Ну, я думаю, что здесь, наверное, вот эти вот ребята сгодятся нам. И возьмем еще кого-нибудь более-менее сильного. Это будет у нас Хан. Поехали. Думаю, что здесь мы пройдем нормально, никто у нас не погибнет, и бонус получим в полной мере. Так, ну что же, приступим. Надо начинать, знаете, с кого здесь? Ну, во-первых, начнем с вертушки, а по большому счету нужно уничтожать Ваньку Стиранка. Хотя мы его и так подбили. Ну что же, замечательно. Я, честно говоря, не ожидал на такой вот исход. Ну, все, все чисто, все аккуратно. Он у нас прошло, и мы с вами продвигаемся на 70-ю. Даже на 64-ю позицию. Вообще шикарно. Тогда продолжаем в том же духе и выбираем, наверное, Павла. Будем драться. Хотя, погоди, нет. Вообще-то нам нужно вот с Любовью подраться. Давай-ка вот с ней. Опять же, Леонардо мы забираем. Тут у нас уже 50-й уровень. Надо быть немножечко аккуратнее. Возьмем Рокстеди. Леонардо возьму я. Возьму Усаги, и в придачу ко всему надо брать здесь Ваньку Стиранка. Да, именно с ним мы будем здесь проходить. Главное, чтобы никто не упал. Так, три черепашки, Пит и Слэш. Ну что ж, начнем с вертушки по стандарту. Опачки, а вот это уже опасно. Нужно нам кого? Так, смотрим, ребята, по откатам. Будет Леонардо ходить первым, да? Не будет он же ходить. Так, этот... Хорошо, нам здесь повезло. И пулеметная дробь. Замечательно. Ванька Сиранка меня не подвел. Все отлично. Опять же у нас получается полный бонус. И я надеюсь, где-то 40-я позиция у нас должна быть. А ну-ка. 46-я. Ну что же, в принципе, ожидаемо. Давай дальше определяться. И здесь у нас Вики, Лис и Кирилл. Я смотрю, ребята, по бонусам. Так, у всех абсолютно одинаковые, значит, я беру тогда Вики. Тут 44 и 47 уровень, это максимальный. Возьмем, опять же, с вами Леонардо. И вот здесь можно, ребят, знаете, что сделать? Наверное, небольшую хитрость. Давайте мы попробуем вот так сделать. Возьмем Сплинтера и, пожалуй, Карайку. Слушай, ну, немножко, конечно... Боюсь, что кто-то у меня может упасть, но надеюсь, все-таки я на лучшее. Вначале мы, конечно, делаем вертушку, потом Карайка, по идее, должна будет бросить свои кунаи. Ну а дальше как карта ляжет? Так, проверяем. Шикарно, остается только лишь Рокстеди, и мы его, ребята, вот так вот. Чик! Ой, пардонче, не получилось, а если так? Во, Сплинтер все-таки его подбил. Ну что же, риск, как говорится, был оправдан полным бонусом. И мы с вами продолжаем. Ребята, 970 мутагена зарабатываем. Позиция какая? 35-я? Ух ты, 29-я. 29-я, это хорошо. Так что давайте, ребят, приступать. Так, Кошка. Потом у нас Ника. И Вася. Значит, берем мы с вами Василий, будем с Васькой драться, короче. Ну а почему бы нет? Так, тут какие? 50 уровни, да? Надо, наверное, взять... Нет, не буду я брать малышей. Будем играть вот этими персонажами. И я больше уверен, что никто у нас здесь не упадет. Так, поехали. Опять же, вертуха. Вам, наверное, уже, ребят, за все эти серии надоело, да? Леонардовская вертушка, скажет. Рэй, ты достал уже в корень. Ну, ребят, ну на самом деле, если она рулит, что ж я могу поделать? Давай-ка вот так вот попробуем сделать, а? Вызовем кретинусов. Бумс. Так, а Донателло выжил, ты посмотри-ка. А если вот так вот? Отлично, Кунаичи справилась. Ну что же, а мы с вами продвигаемся дальше. И буквально, наверное, через пару боев мы поднимемся с вами в Лигу Сёгунов.
Одна звезда. Так, смотрим. 12-я позиция. По идее, после этого боя мы должны с вами рвануть. Берем тогда, значит, мы Лиза. Он никак не хочет отступать. У нас еще, ребята, две попытки на Леонардо. И здесь возьмем Крысиного Короля, Бакстера Муху, Шреддера и Эйприл, да? Ну, еще у нас хватает пока персонажей. Ладно, ребята, давайте быстренько все это дело пробежим. Так, Леонардо против Леонардо, да? Ладушки. Вертуха. Так, надо нам добить, наверное, все-таки Леонардо. Потому что он хиллер. Я не хочу, чтобы он тут всех хилял. Так, Рокстеди падает. Ну и остается Рафаэль. Рафаэль делает... Ага, вот так он. Но, к сожалению, ничего у него не получилось. А точнее, даже к счастью, моя Эйприл все равно выжила. Ну, а мы с вами должны перейти, по идее, в Лигу Сёгунов. Одна звезда. Ну, давай, давай, показывай мне. Показывай, говорю. Ну да, ребята, так оно и есть. А у нас еще впереди где-то боя 2. Так что мы укрепим свои позиции. Так, выбираем здесь кого. Вот между этими, значит, Райан и Джозеф. И я, наверное, буду все-таки выбирать Джозефа. Потому что здесь одно серебро. А, как говорится, с серебряными противниками драться довольно-таки легко. Так же, как и с бронзовыми. Ну что же, тигр, нейтрализатор, змей-ковьюн и паукус, я думаю, здесь сделают наше грязное, так сказать, дело. Забомбят вражину. Так, Донателло, значит, Леонардо. Тоже практически, ребят, как у меня команда. Точнее, два героя, как у меня. Ну что ж, начнем с вертушки. Падает кто-нибудь? Практически все ребята упали. Я думаю, паукус сейчас добьет. Да. Изи-изи катка, ребята. Вот в такую команду, в принципе, можно было бы взять и двух каких-нибудь слабеньких персонажей, да? И все равно бы мы с вами выиграли и получили бы бонусы. Только большеуровневых персонажей у нас осталось бы больше при этом. Ну что ж, давайте дальше продвигаться. 81-й ранг у нас, да? И смотрите, у нас нету больше, ребята, к сожалению, откатиков. Поэтому будем сейчас драться здесь своими силами. Но так как у нас персонажи довольно... серьезные остались. Можно тоже выбрать серьезного противника. Так, выбираем, да? Слушай, а у нас сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Восемь, блин, двоих нету. Хорошо, я все-таки, знаешь что, попробую рискнуть. Вот так сделать. Мы берем вот этих персонажей. Возьму я сюда Зека. Так. Рафаэля и... и кого же мне взять? Ну, давай возьму я Рокзара. Фиксим. Просто, ребята, ради того, чтобы побольше взять, как говорится, таунтов. То есть провокаторов. Ну что же, давай бросим бомбочку для начала. Бум. Я просто это делаю для того, чтобы, ребята, у нас хотя бы было две боевки сыграно, а не одна. Ага, даже вот так вот Рокзарчик взял. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вон того... да, вон того уничтожим. Так, теперь Донателло, по идее, надо бы нам... нет, только не это, не надо! Выжил, выжил. Молодец, Рафик. Так, слушай, секунду. Я боюсь, что вот этот вот будет применять сюрикены. Давай-ка мы попробуем, может, запечатать удастся. Хотя вряд ли. И сейчас он... нет, он, ребят, не стал. А если бы он сейчас бросил сюрики, все это было бы, ребята, финита ля комедия. Так, кстати, у Рафаэля тоже есть массовая атака. Вот теперь сиди и думай, как говорится, кого, ребята, в первую очередь бомбануть. Этот будет хилять. Тогда давайте Рафаэля уничтожим. Я сомневаюсь, что будет Кирби крик делать. Даже вот так вот он сделал. Ну что же, тогда, ребята, здесь победа будет за нами. Это однозначно. Смотрите, что мы сейчас делаем. Бросаем когти. Кирби уничтожаем. И остается лишь Донателло. Донателло должен упасть вот от этого удара. Вот оно. Да, Мондо Гекко, ребята, был на волоске от гибели. Вы сами прекрасно видели, сколько у него осталось здоровья. Но не зря я взял два провокатора. Это был Рафаэль и это был Рокзар. Так, ну а мы с вами делаем последний заключительный бой. Как говорится, закрепляемся на этом месте. Так, 66-я позиция в данный момент у нас здесь. Фух, так, выбираем самого сильного, который здесь у нас есть. Они абсолютно, ребята, все одинаковые, с одинаковыми бонусами. Ну, давай, предположим, возьмем Ваню.
Я надеюсь, что это Ваня или Ваник. Написано Ваник. Ну, наверное, это все-таки Ванька. Вот этих двух бойцов, ой, двух бойцов, вот эту вот команду, ребят, мы с вами набираем. И здесь, конечно же, будет и здесь шайкатка. Потому что я, во-первых, я возьму здесь провокацию. Во-вторых, у меня очень много здесь массовых атак. Вот, например, первая от Кара Змеи. Вторая у нас... Так, здесь мы сделаем, наверное, Крисом защиту дополнительную. А теперь вот такая у меня есть атака. Бумс. И маузеров от Бакстера Стокмана. Вот и все, ребята, изейши. На этом можно сказать, что лига у нас и заканчивается. Жалко, конечно, что я не перебрался в Лигу Сёгунов 2 звезды. Но, как говорится, все впереди. Зато 50-е место обеспечено, да? 52-е, ну, немножко ошибся. Ладно, хорошо, ребят. Так, сегодня у нас еще что по прогнозу дня? В магазине я все сделал, по заданиям я все сделал, значит, идем на испытание. А испытание у нас осталось последнее в данный момент, которое называется «Сцены насилия». Кстати, через 2,5 часа откроется у нас «Усаги против духа». Если, ребят, я успею, я сниму. Если нет, то будет уже завтра серия. Так, ну что же, поехали. Первый у нас на очереди — это Кейси. Кейси, как вы знаете, мне тоже здесь нужен. Дали, в принципе, неплохую команду. 3 сильных бойца, ну и 2 таких слабеньких. Ну, я думаю, что нормально мы с вами пройдем. Набьем здесь немножко ДНК себе. Так, здесь, естественно, я включаю автобой. Не будем долго здесь тютюкаться. Пускай они всех размажут. Так, 3 волны, так что все нормально. Ну, они 10 уровня, так что, ребят, тут без проблем все будет. Ага, вот опять, ребята, то самое, про что я вам говорил. Видите, не убирают они сразу же. То есть, получается, нужно атаковать 2 раза их. А вот этого почему-то один. Странно. Кого-то 2 раза приходится бить, кого-то 1. А здесь вот уже с одного раза. Не знаю, ребята. Вроде бы даже никакого бафа на них не висит, но, видите, они все равно не погибают сразу же. С чем это связано, пока без понятия. Так, ну что же, мы с вами первую карточку прошли. Получаем ДНК на Кейси. И у нас Донателло. Кстати, вот этот Донателло тоже неплох. Мне нравится у него, во-первых, у него есть массовая атака, это когда он бросает свои звездочки. И вторая, это у него массовый баф на защиту, причем защиту довольно неплохую. Ну что ж, включаем, ребята, здесь автобой, и пускай он здесь разруливает у нас всю эту ситуацию. Я буду просто ее комментировать. Так, ну, фу, маузеры. Кстати, ребята, у нас, по-моему, чтобы получить какое-то там достижение, нужно убить сколько-то, по-моему, там 200 маузеров. Но они у нас редко попадаются, в основном вот в этом испытании. Их больше всего, кстати. Так, замечательно. Упал Рафаэль, упал Маузер. И падает у нас Донателло. Замечательно. Получаем с вами, естественно, ДНКшку. Так, а кто там у нас будет третьим по ДНК? Надо посмотреть сейчас будет. Надо посмотреть. Рафаэль. Так, ну Рафаэль мне особо-то не нужен, но проходить нам все равно придется. Так, потом идет Микеланджело, и потом опять же Микеланджело комикс. А докуда мы сегодня дойдем? Мы, наверное, дойдем до эпизода 6, мне так кажется. 7-8 я, наверное, не потяну. Ладно, поехали драться с Рафаэлем. Кстати, у нас еще, наверное, останется сырок, и мы с вами, наверное, немножко пофармим. Пофармим чего-нибудь, то есть я хочу найти... Так, у нас в том испытании кого можно найти? Шредера, да? Ну, конечно, хотелось бы Шредера бы себе набить. По-моему, Шредер, да? Не помню, ребят, честно говоря, сейчас мы посмотрим. Посмотрим после того, как вот здесь вот дойдем до своего порога. Порога непроходимости, так скажем. Так, Маузер минус, клан Футовец минус, и этот тоже упал. Так, последняя волна у нас здесь. А ну-ка себя прописываем. Так, тут у нас Микеланджело и Рафаэль. Отличненько. Так, решил почему-то Леонардо усилить нашу команду. Не знаю, с чего это вдруг. Ну ладно, в принципе, он неплохо сделал. Так, ну а мы с вами продвигаемся, конечно же, дальше. Надо будет нам, ребята, как-то укрепить своих героев в ближайшее время. Я хочу продолжить проходить основную сюжетку, потому что она у нас не пройдена. Кстати, может быть, даже сегодня попробуем испытать себя. Ну-ка, здесь у нас 45-е уровни, да? В принципе, нормально, но уже, ребят, критично, потому что мои маленькие персонажи именно этого уровня и есть. На трех вот этих вот Рафаэля, Леонардо и Железной Головы, я думаю, мы далеко не уйдем с вами. Так, видите, что они делают? Они всегда, ребят, они... Такое ощущение, что запрограммированы атаковать слабеньких персонажей. А особенно слабеньких, да у кого еще и мало жизни.
Так, Лео бомбит. Ух ты, нифига ты, Лео, ну ты крут. Вот это да, он вжарил, да, ребята? Ха. Так, переходим на вторую волну. А что тут у нас? А, елки-палки, ребята, я вспомнил. Тут же босс этот, по-моему, да? Большой маузер, если я не ошибаюсь. По-моему, да, большой механический маузер здесь босс. А вы помните, что именно вот на этом испытании у нас происходит баг. Баг с зависанием и сразу же с вылетанием на рабочий экран. Точно, точно. Поэтому я и не могу здесь пройти. Вроде бы как бы и есть силенки, да? Вроде бы есть желание, но из-за этого бага не могу пройти. Хотя кто-то писал, что может пройти. Может быть, если прокачать здесь, например, Рафаэля или Леонардо до сотого уровня, да? Чтобы он просто с удара бомбил этого маузера. Или, по крайней мере, ну да, там нужно с первой вот этой заходки нужно его уничтожить. Только в том случае можно будет, ребята, пройти. Да, вот он, маузер. Вот здесь вот, в первом бою, мы его проходим идеально. То есть никакого бага, лага нету. То есть мы его уничтожаем. Во второй раз, когда мы с ним встречаемся, он начинает кричать. И все, и во время крика такое секундное подтормаживание игры, и бумс, вылетает на рабочий стол. Что бы я ни делал, ребята, ничего у меня не получалось, чтобы избежать это. И расширение менял, и что только не делал, и все бесполезно. Да-да-да, именно поэтому я и не мог пройти вот этот вот, ребята, вот это вот полностью испытание. Ну что же, давайте попробуем. Так, что у нас тут уже? 55 и 50 уровни. То есть, этих мы с вами пройдем, это однозначно. А вот на следующий, по-моему, будет уже опять же маузер-босс, и там уже мы с вами, ребята, встрянем. Хотя, кто его знает, может быть, на этот раз у нас получится. Хотя я каждую серию именно по этому испытанию говорю, и ничего у нас не получается. Этот баг неисправим. Ну и, как мы знаем, разработчики уже, по-моему, не занимаются этой игрой. То есть, баг этот исправлять никто никогда уже не будет. Хотя, я еще раз повторю, разработчики могли бы сюда внести тех самых новых черепашек-ниндзя, которые появились сейчас, в новый мультсериал идет. Вот, и все было бы замечательно. Там новые враги, новые персонажи. Почему бы им не продолжить эту серию? Игра-то популярная на самом деле. Очень много людей в нее играет. Не знаю. И доход бы она приносила, и все было бы хорошо. Но, видишь, почему-то они отошли от этой темы. Так, ладно. Они сейчас, кстати, переключились на игру, вот эту вот вселенная мультисхваток, или как она там называется. Вот они сейчас почему-то перешли на эту игру. Дорабатывают ее, дорабатывают, как-то более-менее там боевку улучшают, графический движок лучше стал. Но, согласитесь, с черепашками-ниндзями это пустой звук. Можно и так сказать. Так, я боюсь, сейчас Леонардо, ребята, у меня, наверное, упадет. Дай-ка я сделаю, знаете что? Ай, все, уже не сделаю, ребят. Уже не сделаю. Я хотел провокацию поставить именно железной головой, но по ходу дела все. Это каёк. Да, Лео упал, поэтому можно дальше продолжать. На автобой это бесполезно тут что-то делать. Так, оскорбление, то есть это провокация у нас. Зря, конечно, Леонардо здесь взял провокацию, потому что его сейчас, ребята, быстренько разобьют. Вот так вот это происходит. А Микеланджело еще пока у нас держится. Держался. В данный момент он отдуплился. И Леонардо зачем-то делает вертушку под конец боевки. Не знаю. Ладно, ребята, тем не менее, мы здесь с вами прошли. Пускай не идеально, но прошли. И мы переходим с вами на следующий бой. Так, Микеланджело оригинальный. Так, на следующий бой. И здесь у нас будет Рафаэль разыгрываться. Рафаэль комикс. Поехали. Так, здесь... Да, здесь, ребята, будет босс. Ну что, давайте проверим. Вылетит ли игра вот в этот момент или нет? Я всегда надеюсь, ребят, на чудо. Так, чудо, чудо-йогурт, ё-моё. Так, давайте приступим. Так, Рафаэль Малорик. Так. Нет уж, братюнь, ты уж извини, но тебе придется отдуплиться. Ну, Леонардо сейчас упадет у нас. Так, я буду пробивать. А у меня все равно нет выбора. Он в провокации, ребят, стоит. Так, ну-ка. А если я возьму вот так? Если я возьму, ребят, провокацию на Рафаэля, и уже будем потихонечку с вами разбирать этих вражин. А ну-ка, ся. Минус. Так, а что это у него, ребята? Ответный удар, что ли, я не могу понять? Ну-ка, усилим свою команду. И бомбим. Можно было бы, в принципе, и отхилиться маленечко, да? Потратить хил. Но зачем, на самом деле?
Все равно они у меня погибнут, рано или поздно. Тут как ни крути. Давай-ка вот так сделаем. Тыдыч. И добивочный от Микеланджело. Шикарно. Так, третья волна. Уже на четвертой, ребят, будет у нас босс, конечно же. Так, Рафаэль, Донателло и Микеланджело. Вся братва в сборе, как говорится. Давай вертушку фиксим. Давай вертушку мы пропишем. Тыдыч. И сносим. Да, тут, в принципе, без разницы. Можно и Рафаэля. Можно и Донателло. Ну что же, ребят, мы подошли с вами к боссу, так ведь? Короче, первая его атака для нас не страшна. Вот это вот. Ну, она страшна только для Микеланджело. Ну, давай проверим. Так. Давай я буду бомбить его суперударами всякими там, чтобы как можно быстрее. Что? Что сейчас было? Ребят, вы видели? Я вообще не нанес ему урона суперударом. Вот оно. Да, ребята, ну как вы видели, баг неисправим, неисправен, и исправлять его никто не будет. Значит, мне бесполезно там продолжать бой. То есть я дошел до своего якобы предела, хотя на самом деле это далеко не предел. Я могу даже, думаю, что пройти и седьмой эпизод. Но, к сожалению, из-за того, что здесь вот этот вот глюк с боссом, ничего у меня не получится. Ну что же, давайте, наверное, немножечко с вами поищем... Ага, вот оно что, подожди, а где у нас тигр здесь есть? Вот, ребят, здесь есть тигр. Здесь есть тигр. Давай-ка мы, наверное, поищем маленечко. Ну-ка. Ну, хорош, издеваешься надо мной, да? Вот специально мне всякие кружки, всякие безделушки, книжки никчемные. Ну, зачем ты так делаешь, а, игра? Ну, зачем ты так со мной поступаешь, а? Ну, серьезно. Да елки ты палки, ребята, вы просто... Просто в данный момент мы впустую слили с вами и порталы... Да, 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 да. Плохо это все. Ну что, у меня еще есть, по-моему, что приобрести в магазине, а именно 155 ПВП очков. И мы с вами, да, естественно, будем дальше продолжать копить на Армагона. На Армагончика. Хотя за это время я уже, наверное, мог бы открыть себе, точнее, даже не открыть, а прапать Леонардо, да, и Донателло. Кстати, вот этот Микеланджело, говорили, тоже неплохо. Вот он как раз и делает, ускоряет команду нашу, да? Так, а что мы еще можем сделать? Вроде бы все. У нас очков сколько вот этих? 380. Ну, это вообще мало, потому что минимальная цена здесь идет от 530. Так, и больше я здесь вот в данную секунду ничего не могу сделать. У меня есть пицца? Есть. Может быть, нам попробовать... Так, давайте посмотрим еще разок внимательно. Ничего я тут, ребят, не пропустил. А то из последних комментариев, по-моему, кто-то мне сказал, что я что-то здесь не досмотрел. Так, ну тут все нормально, все чисто. Так, давай посмотрим в главе 5. Неужели тут где-то? Да нет, вроде бы все нормально, ребят. Я же за это получал достижение. Поэтому я не мог никого здесь пропустить. Так, тут тоже все хорошо. Ну что же, давай посмотрим в главе 7 на нормальном режиме. Ну, как видим, везде 3 звезды. Я не знаю, ребята, что вы там не досмотрели. Посмотрите внимательно. Так, у нас, значит, эпизод 6, но вообще-то у нас эпизод 7. Эпизод 6 единственное, что не пройден на 3 звезды. Так, хотя, хотелось бы посмотреть, какие здесь уровни. 78, 76. Так, ну, предположим, я уберу вот этих парней, возьму Зека и возьму сюда Криса. Или Рахзара лучше, а? Давай, наверное, Криса возьмем. 78-й, 76-й уровень. Это, конечно, ну... Круто уже больно для меня. Ладно, ребят, я попробую. 3 волны всего лишь здесь. Я попробую, ребят. Так. Ну, эти, по-моему, у нас не особо такие сильные. Поэтому, я думаю, можно с ними разобраться без применения каких-либо бонусов. Ага! Я понял, Крис у нас в этой связке очень слабый, ребята, очень слабый. Так, ну, я не знаю, вертушку тратить, что ли, на них? Придется, скорее всего, вертушку, ребят, потратить, потому что у них на всех висит контратака. Пумс! Ну-ну-ну, конечно же, бомбят, ребят. Оу, тихо. Так, Крис, давай, вот правильно, мы сделаем с вами дополнительную защиту. И уже потихонечку бомбанем вот этих вот олухов. Нормуль. Так, вторая волна. Здесь у нас Рахзарчик, да, стоит? Ну-ка, начнем, пожалуй, вот с этого. Бумс. Так, хильнуться, не хильнуться, наверное, нет. Наверное, мы будем с вами вот так вот просто их бомбить. Так. Давай-ка мы, наверное, уничтожим
вот этого парня. Ага, хорошо. На кого он пойдет? Ага, на Рафаэля. Постепенный урон, ребята, повесил на Рафика. Маузер, конечно же, кричит. У нас дополнительная защита, ребят, не забываем об этом. Делает провокацию на себя Рокзар. Мы, знаете, что сделаем? Тоже провокацию на себя, только через Рафаэля. Так, дальше что у нас? Дальше будем бомбить Рокзара, конечно же. Ого, какой он крепкий. А если мы так сделаем? Ах ты, не могу, ребята, я его пробить, прикинь. Сейчас будем, наверное, все-таки мы с вами делать хил. Отхиливаться. Так, давайте отхиляемся на всякий случай. Потому что у нас там потом все равно последняя будет волна. Так, пробьем сейчас его. Нет, еще пока не получается. Он сейчас... Слушай, Маузер, блин, да какой... Крис все-таки, ребят, здесь слабоват. Можно будет поменять его. На кого? На Рокзара. Почему бы и нет. Так, и вот, ребята, у нас здесь, значит, Рокстеди, Бибоп. Поехали. Вначале мы сделаем массовую атаку. Теперь, наверное, мы с вами уберем Бибопа. Получится, нет? Получилось. Отлично, ребята. Теперь давай-ка мы сделаем вот так вот. Тыч. Хорошо. Вот этого уберем Ханорика. А нормулька. Так, массовая атака. Нет, не массовая, ребята. А сейчас будет, наверное, либо камень, либо... Ах ты, жук. Ах ты, жук. Он сделал, ребят, провокацию, а. Ладно, я усиливаю свою команду и... А давай вот так сделаем. Вот, ребята, смотрите, что сейчас будет. У нас провокатор в данный момент Железноголова. Он сейчас будет его бомбить. Блин, он с массовой атакой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, смотри. Фу ты. Ну как же так, ребят? Ну как так вот могло произойти, а? Ну почему? Ну, Крис, ну елки ты палки. Ну, ай. Почему он именно огнеметом, ребят, поджарил, а? Почему? Слушай, я, наверное, переиграю. Я хочу все-таки пройти здесь на 3 звезды. Я надеюсь, вы не будете против. Так, Монда Гека нам достается. Или же вот этот пройти. Давай вот этот вначале, наверное, пройдем. Так, тут, в принципе, ничего сложного нету. Уберем, наверное, мы все-таки отсюда Криса и возьмем Рокзара. Посмотрим, как Рокзар будет здесь. Ну, вы сами видели, что он почему-то от роботов получает колоссальный урон. Я имею в виду Крис. Мне это не особо нравится. Так, провокацию я брать не буду. Она мне пока здесь не нужна. Так, теперь они почему-то переключились, блин, на Зека. Что с ними не так, а, ребят? Не понимаю. Бомбочка еще. Бумс. Обалдеть. Обалдеть, ребята. Просто повесили на нас постепенный урон, причем на всех. Да. Значит, надо было нам сделать... как? Надо было сделать, чтобы уничтожать в первую очередь вот этих вот дронов. А уже потом заниматься чем-либо другим. Постепенный урон. Что ж, придется хиляться. Так. В следующий раз, а там стопудово будут такие же дроны, мы будем их в первую очередь брать в оборот. Наверное, я здесь из-за этого и проиграл, что они в нас... А тут их... Так, подожди, тут их... Блин. Давай, наверное, вот так вот сделаем с вами, да? Упс. Слабая какая-то, ребята, атака. Так, попробуем с вертушки. Так, замечательно, в принципе, неплохо. Бомбочка от Зека. И кого он убивает? Он убивает Зека. Да ну, хорош. Так, короче. Неужели здесь нам придется убирать Зека? Ну бред, ребят, ну бред. Ну ведь ничего же такого сложного здесь нет в этих. Ну давай, массовая атака. Бумс, хорошо. Железноголова вообще бомбит, отлично. Так, давай, наверное, мы... А что мы тут сделать можем? Давай уберем вот этого. Хотя, знаете что, если бы, например, Зек бы у нас кинул бы в тот момент провокацию, вот видите, да, как здесь заблокировали нам способности, то возможно, что Носорог бы ничего бы нам тогда не сделал бы. Он бы просто не смог бы применить свой огнемет. Да, но я как-то об этом не... Да и, во-первых, еще шанс, ребят, не такой уж и большой, чтобы он... Что? Пипец. Железная голова оказывается слаб против броска камня от Рокстеди. Жесть! Это просто жесть, ребят, какая-то. Я не знаю. Я не знаю, неужели... Да, должны пойти против... Смотри, он под усилением очень крут, Рокстеди этот. Очень крут, мы его не можем практически пробить. Он сейчас будет, наверное... Ой-ой-ой, кого-то еще, наверное, уберу, да? Нет, Леонардо выжил.
Леонардо очень круто выжил у нас. Жалко, у Лео нет, ребята, провокации. Так, ну что, здесь прошли еще даже хуже, чем, наверное, в тот раз. Потому что здесь одна звезда, а мы вообще проходили его с двумя звездами. Слушай, а что, если нам, знаете, что замутить? Конечно, это глупо, наверное, но мало ли прокатит. Он и слабенький у нас, этот персонаж, все-таки. Но если нам взять, к примеру, Бакстера Стокмана. Как вот вы думаете? У него две атаки массовые. У него, как говорится, этот, как его? Волна смертельная, да, отравляющая. И при этом у него еще есть маузеры. Давай попробуем вот еще разок сыграть. Я уберу отсюда. Так, здесь у нас Зек слабый. Ну, уровень, конечно, 64-й, ребята. 64-й уровень. А ладно, я проверю. Я посмотрю. Они, наверное, сейчас будут его бомбить. Он сейчас будет, наверное, падать здесь. Только в путь. Бомбочка. Так. Кто, что? Кто там входит, я не могу понять. Блин. И сразу же контратака на всех вешается. Да вы вообще, что ли, оборзели? На всех. Вот так вот, пускай лежат и отдыхают. Так, что у нас здесь? Я, наверное, возьму провокацию, конечно же, будем брать с вами. Вот так. И понеслась. Бомбим. Так. Вот, ребят, проверим, как маузеры наносят урон. Вообще великолепный урон, ребята, наносят у нас маузеры. Уничтожаем футовцев. Так, что ты там? Ага, в провокацию встал. Ладно, пускай встает, ребята, он в провокацию. Вот так, пробивным сейчас попробуем. Тыдыч, не пробили. Так, я усиливаю команду свою для следующего, ребята, боя. Потому что сейчас Рокзару будет крышка. Тыч. Переходим на третью волну и смотрим, кто здесь. Угу. Носорог, в общем, все дела. Ну, давай, наверное, мы вот так начнем. Бум. Не понизили, ребят, к сожалению, меткость. Волну, запускаем волну. Отличненько, ребята, волна отлично сработала. Так, уничтожаем с вами Бибопа. Так, что он там? Стопудово он будет, ребята, палить, поджигать. Мне кажется, будет поджигать. Давай попробуем заблокировать. Все, ребят, ничего, он палить больше не будет. Он больше не сможет пока, сколько там, два хода или один, применять свои способности. Но зато у него есть двойная атака, ребята. Два раза он может атаковать, если он, конечно, успеет. Мы можем его сейчас немножко наказать. Тыч! Ой-ой-ой-ой-ой, какая, ребята, красота. Я, наверное, не буду... Нет, придется уже брать. Придется, ребята, брать провокацию на железную голову. Так, держись, железная голова. Я тебя даже немножко подхилю. На всякий случай. Так, пробиваем. Не получилось. А вот так, если бомбанем. Ох, хо-хо-хо-хо. Слушайте, ну Бакстер Стокман, несмотря на свой 64 уровень, он крут. Серьезно говорю, он крут. Вы видите, как он бомбит. Шикарен парень. Вот, ребята, вот здесь мы с вами прошли просто изи, идеально. Три звездочки, как и хотел я. Слушай, у нас еще, по-моему, есть немножко там пиццы, и мы можем с вами попробовать пройти вот этот уровень. Раз мы этот прошли, уж вот этот-то мы должны с вами, да? Еще буквально пицца на один бой, ребята. Ну что, я оставляю такую же команду, как у нас и была. Поехали. Поехали. Постараемся с вами здесь как-то выкрутиться. Так, бомбочку. Да, будем бросать бомбочку, ребята. Потому что здесь работают через постепенный урон. Причем массовый. Ну, когда вы ходите-то, а? Ну, как вы ходите? Вы же... А, ребята, понял я. Понял. Тут ничего такого... Блин, вот этот вот урон постепенный. Ну, серьезно говорю. Ну, бесявая. Бесявая фигня, на самом деле. Тыч. Упал. Так, давай, наверное, вот этого ханорика тоже. Хопа. Так, и я думаю, что надо будет хиляться. Буквально вот в ближайшие секунды. Пока у нас кто-то не упал. Ёлки-палки, ребята, очень мало здоровья у нас. Очень мало. И этот постепенный урон, сколько он? Два хода, по-моему, да, действует. Лечимся. Так, вот сюда бы, знаете, что я сейчас подумал, ребята? Надо бы второго хила. Вот в нашу команду было бы неплохо взять второго хила. Я бы с удовольствием взял бы, знаете, кого? Шреддер, если бы он у нас был бы прокачан. Вот это было бы идеально для нас. Так.
Что такое? Ага, у ворот делать. Ладно, пускай лучше делать у ворот. А это сейчас, надеюсь, не бросит всякую пакость в нас. Вот этот вот, вот этот дрон. Он бросает, он, ребята, Опять неудачно, ребят. Опять неудачно, потому что Стокман у нас упал. Не хватает хила, ребят. Вот серьезно говорю, не хватает нам хила. Один Леонардо, ну, он не может вытянуть всю эту команду нашу. А тут еще с массовыми атаками. Офигеть, ребята, у него ворот. Я не могу его пробить, ты представляешь? Смотри. Мы мажем и мажем все. Да ну, хорош, ты завязывай, эй. Вообще, ребята, какой-то нереал. А так? Ух. Ну, все понятно, ребят. Тут все ясно. Чувак с охрененным просто уворотом, что просто непробиваемый. Это бывает только в сказках, на самом деле. Короче, вот почему-то этот уровень мне пока не пройти. Не удается, ребята, пройти. Как бы я ни старался, как бы я ни хотел. Ладно, не беда. Мы с вами немножечко окрепнем, встанем на ноги и обязательно отомстим. Обязательно пройдем этот уровень на 3 звезды. Никуда он от нас не денется. Да. Очень быстро, конечно, нас убивает вот этот вот постепенный урон. Здесь бы, если бы, конечно, был бы у нас Микеланджело еще прокачанный, который снимает вот эти все антибафы, мы бы тоже бы с вами легко бы и хорошо бы прошли. Но не сейчас. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этой ноте, пожалуй, мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!